Дим, а Дим, тебе 19 лет, а ты все в игрушки играешь. Help me! Ihr verdammten Kommunisten werdet sterben! Когда логарифмами займемся? Сейчас, дед. Мне казалось, стрик адский просто. Я 8 фашиков завалил. 8? Неплохо. Но я знал людей в твоем возрасте, которые показывали посерьезнее результаты. Один из таких – Дмитрий Овчаренко. Дальше в фильме «Перерыв на кино» его история из июля 41-го. Пулеметчик вез на телеге боеприпасы, наткнулся на 2 немецкие машины с 50 солдат. Офицер забрал у него винтовку и начал допрос. А Дмитрий вспомнил, что в повозке лежит топор. Схватил его, зарубил офицера и бросил 3 гранаты, убив 21 гитлеровца. Остальные разбежались. Но одного офицера красноармеец догнал и тоже зарубил. Забрал все документы и карты и привез в штаб своего полка. Там его истории сначала не поверили, но приехали на место, и все стало понятно. Дмитрию Овчаренко присвоили звание Героя Советского Союза. Перерыв на кино подходит к концу, и внук, глядя в глаза деду, не может сказать ни слова. Это одна из картин цикла короткометражек «Улицы героев». Еще 3 истории о подвигах Марии Байды, Владислава Лазарева и ныне живущего в Ростове Родиона Шутенко. Это память о прошедшем о событиях важных для Советского Союза, для Российской Федерации, для нынешней молодежи. Обязательно надо помнить и чтить память людей, которые боролись за наше будущее, за нашу свободу. Бесплатные сеансы фильмов о Великой Отечественной для молодежи – всероссийская акция «Народный кинопоказ ко Дню защитника Отечества». Она проходит с 13 по 23 февраля. Хотим рассказывать, показывать, чтобы молодежь это помнила, не забывала и, самое главное, чтила нашу историю. После просмотров, обсуждения увиденного и не просто между собой, а с ветеранами боевых действий и бойцами спецоперации. В прошлом году приняло участие в данном мероприятии более 30 тысяч школьников и студентов. В этом году мы планируем выйти на цифру более 50 и охватить все 55 муниципальных образований Ростовской области. Народный кинопоказ – часть патриотической программы «Память поколений» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Дарья Лисицкая, Юрий Лешко, Первый Ростовский.